Впервые в истории генеральным директором ЮНЕСКО была избрана женщина. Этот пост займет выпускница МГИМО, посол Болгарии во Франции Ирина Бокова. Генеральный директор ЮНЕСКО – это большая ответственность. Генеральная ассамблея оказала доверие, избрав меня первой женщиной и генеральным директором ЮНЕСКО. Выборы проходили в 5 туров. Помимо Боковой, на пост директора претендовало еще 8 кандидатов-мужчин. В последнем раунде осталось 2 соперника – министр культуры Египта Фарук Хосни и Бокова, которая победила, набрав 31 голос из 58. Фарук Хосни долгое время считался наиболее вероятным претендентом на пост директора ЮНЕСКО. Однако его кандидатура вызывала неприятие на Западе. В прошлом году Фарук Хосни пообещал лично сжечь любую израильскую книгу, если таковая обнаружится в Александрийской библиотеке. Правда, это замечание он сделал в ответ на обвинения коллег в излишне мягкой позиции по отношению к Израилю. Еврейские организации были возмущены кандидатурой Хосни, а СМИ обвиняли его в том, что он закрывает глаза на цензуру в Египте. Израиль против его кандидатуры открыто не выступил, а некоторые европейские страны, такие как Франция, даже его поддержали. По словам новоизбранного директора, главной задачей должен стать, цитата, «призыв к толерантности и уважению культурного многообразия», конец цитаты. Ирина Бокова блестяще владеет 4 языками организации – русским, английским, французским и испанским. К исполнению своих обязанностей она приступит 15 ноября текущего года.